Добрый день всем. В сегодняшнем видео я покажу, как я прохожу венгерский гран-при. Гран-при Венгрии 2020 года. Потому что я на него накопил 40 игровых купил ЦР и открыл этот этап. Сегодня я попытаюсь его пройти как можно лучше. Также покажу, какие настройки болида я для этого использовал. Итак, для этой цели я построил вот такую компоновку из 7 перебранных компоновок. Это оказалось самой эффективной на этой трассе. Я ее тестировал много раз. Поэтому я попробую ехать на ней. Так, Гран-при Венгрии. Сначала у нас идет квалификация. Выбираем вот эту, специально созданную. И поехали. О, нет. Попробуем заново проехать это место. Непростое место. У меня получалось его проехать без тормозов. Сейчас что-то не получилось. Оп, получилось. Стартовая позиция 18. Да, конечно, у меня в прошлый раз было чуть-чуть получше. Но ладно, пусть будет 18. 17 тоже неплохо. Так что утвердить. По крайней мере, для моих настроек. Теперь попробуем стартануть в гонке.
утвердить. И теперь осталось добраться до финиша. Ну, по крайней мере, я дошел до 10 места, отыграв 8 позиций. На самом деле, отыграл 9, но одну я потом потерял, потому что слишком плохо вожу. Болит. Попробуем на финише что-то исправить. Хотя на финише, конечно, будет уже сложнее сделать. Можно попробовать. Но главное, я уже в первой десятке. Это все из-за легкости. То, что мой болид сейчас, конечно, заделан на легкость.
Итак, таким образом я заканчиваю этот гран-при. Сейчас я вам покажу, какие настройки я использую. Но учтите, это не самые лучшие настройки. Это настройки такие, если вы хотите попасть только в первую десятку, где-то там в районе 7, 8, 9, 10 мест. Где-то примерно в этом районе. Но это вам вряд ли такие настройки помогут попасть в топ-5. То есть, если вам не достигнуть было топ-10, то это те настройки, которые вам нужны. Но если вам не достигнуть топ-5, то эти настройки вам не помогут. Но вот если кто хочет посмотреть, вот я такую компоновку использовал для этого гран-при. Да, это на высокую прижимную силу, но из тех, что я пробовал, она очень хорошая. И квалифицироваться на ней смог на 17-м, когда я сам играл, и сейчас, когда я вам показывал на 17-х местах. А когда я был с другими настройками, то, конечно, у меня получалось там 19-е, 20-е места. Соответственно, похуже. Ну вот, это настройки для того, если вы хотите попасть в топ-10, то это для вас. Но если вы хотите попасть в топ-5, там, или в топ-3, или даже занять первое место, то это не для вас настройки. Но кто хочет, может их заскриншотить. И спасибо за внимание.